Максим, привет. Приветики. Возможно, странный сейчас от меня будет вопрос. О, это интересно, давай. Смотри, сегодня день невероятных детей. Ага. Вот невероятный ребенок – это ребенок с необычным именем. Так. Вот если у тебя будет сын, как ты его необычно назовешь? Коля. Почему Коля? Ну, нормально, классное имя. Коля. Нет, ты не понял. Смотри, надо какое-то трендовое. Вот так. Смотри, сейчас, например, год тигра, ага, правильно? А, имя должно быть быстрым, как тигр. Например, Лев, Аслан, Родион. А нет, это не быстрое. Ну, в общем, ты понял, да? Коля, Лев-тигр? Интересно так, а еще что? Смотри, далее. Имя должно быть такое, знаешь, чтобы вот он, если у тебя будет путешествовать по всему миру, его везде, как говорится, как своего принимали. Ну. Поэтому это может быть Марк, это может быть какое имя Тим, это может быть какое имя Макс, тоже, кстати, подойдет, короткое и быстрое, и всем угу, понятное. Вот такие имена нужны, понимаешь, а не Коля. Макс 4 буквы, Коля 4 буквы, быстрое. И вообще ты меня просил назвать необычное имя. Сейчас Коля – это необычное имя. Вот сейчас все вот эти твои Максы, Евлампии, Светополки, Форбсы, вот все вот они сейчас в школе учатся, а Коли нет. Вот поэтому Коля сейчас самое необычное имя. Как говорится, Николай. Коля, Коля, Николай. Ну ладно, если у тебя необычное имя, что ж, пока у тебя сына хорошо, что, наверное, нет. Скоро будет, назовешь его Колей, Коля. Вот тогда он и Саня. Будет необычным. Саня. Олег. Петя. Леха. Игорь. Толя. Добрый вечер, друзья. Все, Максим все никак не остановится, потому что мы сегодня решили поговорить да, и об именах, и о многом другом. Ну что, 9-я студия, сегодня начинается прямой эфир, 17:03 на часах, а это значит только одно, что рабочие дела пора откладывать подальше. Да как откладывать? Просто кладем руку на стол на рабочий, опускаем и смахиваем все свои рабочие документы, они вам больше не пригодятся. 17:03, 9-я студия началась. Какая работа? Алена Милина уже здесь. Максим Кропотов уже здесь. Я что говорю, пригодится? Расскажи, пожалуйста. Что пригодится в чем? Для во-первых, того, чтобы посмотреть 9-ю студию. Знания, нужные для 9-й студии. Во-первых, у вас должен быть интернет. Через интернет заходите в ВКонтакте, ищите там группу «Девятка ТВ Киров». В ней есть пост с прямой трансляцией, и поэтому у нас можно смотреть не только через телевизор, но и через свои гаджеты. А вот там уже в этой, под этим постом в комментариях начинаете оставлять свои ответы на наш вопрос. Ну что, сегодня отмечается День невероятных детей. И мы хотим спросить у вас, с чего начинается, да, вот этот путь невероятного ребенка, да, в жизни его? Конечно же, с имени, которое ему дают родители. Да. Поэтому какое необычное имя для своего невероятного ребенка? А может быть, вы в планах у вас на будущее, как говорится, есть и такое. Какое имя вы бы дали? А может быть, просто это имя, которое вы слышали где-то и думали, о, необычное имя. Причем не просто имя, пишите. Пишите, что оно означает, или, возможно, что-то оно означает именно для вас. Все это мы будем читать и будем выбирать счастливчика, лучший комментарий или самого активного телезрителя, который получит от нас подарки. Подарки! Поехали! В студию! Во-первых, мы на этой неделе дарим классные вот такие два сертификата. Так, для того, чтобы вы могли приобрести с хорошей такой скидкой сковородки или посуду. Готовить мы любим. Это мы вообще обожаем. Ну а также, друзья, в эту пятницу в 18:00 в филармонии состоится замечательная игра КВН «Музыкальный кубок города Кирова». А вот так вот два билетика мы дарим. Где петь, если как не в филармонии? Билеты есть также еще в кассах, есть у команд. Возрастное ограничение 6+. И вы сегодня, кто-то один, два билетика прям вот оторвет от нас. За ваши варианты ответов да, будьте активными, пишите в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Также нам можно еще позвонить. 35-14-04, телефон прямого эфира. Поднимайте трубочку, звоните, и мы с вами общаемся здесь. Да, передаем привет, отвечаем на вопрос нашего вечера. Кого-то хвалим, признаемся в любви. Немножечко можно кого-то поругать, но в рамках разумного, конечно же. И все это под телефон 35-14-04. Ах, круто, давайте звонить. Звоните, пишите, ну а пока мы переходим к нашему первому сюжету, познакомим вас с действительно невероятным ребенком. Конечно, все дети Кировской области невероятные, но этот наш герой особенный. Посмотрите, чем он удивительный. Вы когда-нибудь задумывались, как устроен быт астронавтов на МКС? Конечно, на корабле есть все необходимое для работы и проживания, но жилой модуль малопрактичен, а комфорт в невесомости важен как никогда. Этой проблемой заинтересовался воспитанник кванториума Иван Сунцов. В свои 15 лет он разработал проект современного жилого модуля для Международной космической станции.
Космонавты на МКС едят, спят, тренируются там в разных вообще частях. И чтобы им было комфортно, и чтобы все было в одном месте, я придумал этот проект. Чтобы получить результат, для этого необходимо сначала сравнить другие аналоги, смоделировать и создать интерьер на компьютере, запрограммировать микросхемы и только тогда получить и собрать макет. Это барабан, так сказать. У нас есть основная часть, которая, ну, собственно, оболочка, и внутренняя часть, которая вращается вокруг своей оси и, то есть, поворачивает вот так вот разными комнатами. То есть тут стоит космонавт, ему надо попасть в какую-то комнату, он нажимает на кнопку, и к нему поворачивается определенная комната. Может быть, разные конфигурации и для разного количества людей. Для дальнейшего развития юных изобретателей очень важно, чтобы их начинания оценили профессионалы. И, недолго думая, Иван отправил свой проект на конкурс. Это конкурс от Российского движения школьников. Он называется SpaceP «Открытый космос». Я туда отправил, чтобы его оценили. Я даже не ожидал, что я стану победителем. Далее победителей ждет какой-то следующий этап на конференцию, по-моему, своих проектов. И я туда тоже поеду. За каждым талантливым ребенком стоит талантливый взрослый. Галина Леонидовна – наставник Ивана. Его интерес к изобретениям она заметила сразу. Иван занимается в IT-квантуме в наших группах вот уже третий год. Уже в первый год обучения он начал вот показывать свой интерес именно к электронике. Данный проект, который вот сейчас он отправлял на конкурс, он его придумал сам. Он разработал, во-первых, полностью модель построил, рассчитал все, что нужно. Сам подобрал все необходимые датчики. Он подготовил все необходимые документы для отправки. Я ему только давала мелкие советы, то есть практически все самостоятельно. Создавать подобные вещи – дело далеко не простое, но наш герой трудностей не боится. Ну, я думаю, мой слоган – это «никогда не сдаваться», потому что, когда ты делаешь проект, это дело не быстрое, и всегда присутствуют мысли, может, это все оставить и сдаться. Но потом, когда ты все доделываешь и оказываешься победителем, ты понимаешь, что все это было не зря, и у тебя появляется желание делать новый и масштабный проект. Ну что, Иван, ждем новых проектов. Мы уверены, о тебе и твоих изобретениях узнает не только Россия, но и весь мир. Честно, парень, мне даже вообще такое в голову никогда бы не пришло. А вот посмотрите, какие есть таланты. Сколько? Мне 33. Я в жизни вообще еще ничего не придумал. Человек в таком возрасте уже на МКС там что-то придумывает. Это супер, друзья. А мы, между прочим, сегодня говорим не только о талантливых детях, но еще и знаем, что все наши зрители тоже очень талантливые. И мы готовы ваш талант, как говорится, пустить в нужное русло. Так. Нам необходим народный ведущий в новый проект «Продачу», в новый проект «Просад». Поэтому, если у вас, во-первых, есть несколько соток, да, на которых вы не только отдыхаете, но и высаживаете кое-что, и у вас есть знания в этой огородно-садовой тематике, то, значит, что нужно сделать? Берете телефон и снимаете про себя видео на 3 минуты, где есть ваш огород, где какие-то лайфхаки огородные. И высылайте к нам в группу «Девятка ТВ» в личное сообщение, ну, ВКонтакте группа. Мы до 27 числа отсматриваем все ролики и выбираем счастливчика, который получит свою собственную передачу на «Девятка ТВ». Станет ведущим, друзья. Это ли не круто? Даже если вдруг вы понимаете, что у вас вот вы сами не сможете, да, вести, но вдруг кто-то в вашем окружении потрясающе владеет этим искусством садово-огородческим, то срочно расскажите ему и помогите, если нужно записать, да, например, такое видео. И попадите в команду мечты. Вот так вот. Кстати, один участник этой команды уже у нас на прямой связи. Это Лёша Власов. Лёша, привет. Алексей, привет. Привет, ребят. Как дела твои, как настроение? Дела великолепны, вы так интересно рассказываете, что я тоже захотел поучаствовать в проекте. Но тебе нельзя. Ты же понимаешь, что нам нужен народный ведущий. Конечно, понимаю. А ты же не народный. Поэтому, Лёх, рассказывай, с чем пришел, нам интересно все знать. Ну что, ребят, я, как обычно, принес для вас новостные заголовочки, которыми, надеюсь, вас удивить. А мы всегда поехали, это любим. Будем обсуждать. Да, ну что ж,
Заголовочек под номером 1. Лучший папа из подмосковного Чехова обокрал тир. Да что ж такое-то, а? Вот, а может, у ребенка не было пулек? И он решил, я же лучший папа. Я же лучший отец. Ребенку нужны пули для, вот как это, воздушки. А может быть, знаешь, вот они стреляли со своим ребенком в тире, да, как говорится, и не могли ничего выиграть, правильно? А в тире там же классные игрушки какие-то. И он такой, раз, я должен все-таки любым способом добиться этой победы. А может быть, он решил вообще негоже детям стрелять. Заберу все и спрячу. В общем, ладно, так я как понимаю, был человек, который получил в свое время когда-то награду как лучший папа, но скатился в реальность. Ну что ж, обращу ваше внимание на кавычки у фразы «лучший папа». А, значит, не лучший? Да. Когда, или когда-то лучший. Не совсем-то он лучший. В общем, дело как обстояло. Мужчина пришел в тир, и он был в футболке, на котором было гордо написано «лучший папа». Аккуратней, пожалуйста, вот с такими футболками. Да, правда. Мужчина очень долго подозрительно крутился вокруг винтовок, которые были разложены на столе перед ним. И в один момент он потрогал одну винтовочку, потрогал другую. Оставил отпечаточки. У третьей в этот момент отстегнул прицел. Вернулся через 5 секунд буквально. Прицел этот забрал с собой. И был таков. Человеку нужен был прицел. Он хотел за кем-то следить. Видимо, да. Понимаешь, вот и все. Чем вызван его мотив вот этого вот дела, скажем так, неизвестно. Мужчину до сих пор ищут. Ну, я думаю, делать так, конечно же, никому не стоит. Теперь он сидящий папа. Я так понимаю, что даже эту футболку, возможно, он тоже непонятно где достал. Как не исключено. Хорошо. Ай-яй-яй, так не делать. Мы против преступников. Конечно же, да. Ну что ж. Едем дальше. Едем дальше, да. Следующий заголовок. Областные чиновники призвали костромичи вернуться на огороды и к скотине. Это как раз-таки к нашему проекту, да? Ребят, ну возвращайтесь уже на огороды. Ну сколько? Мы там устали от них копаться, да? Вот так выносить. Я не могу уже дать корову. А для чего? Подожди, областные чиновники, костромичи, они знаешь, почему хотели? Вернитесь на огороды. Мы пока в городе приберемся. Нет, потому что они узнали, что у нас стартует новый проект скоро. Совершенно и верно. Они говорят, что вы, мы тоже хотим, нам тоже что-то нужно. Во-первых, Кострома присоединяется к Кировской области, да, чтобы там вещала 9-ка ТВ и УТР. А они нас смотрят в группе ВКонтакте постоянно. Судя по всему. Им же обидно тоже. Так, поэтому вернитесь на огороды, вернитесь к скотине, как говорится. Начните уже полезными делами заниматься. Может быть, вы станете ведущими. У меня нет слов. Да. Одни эмоции. Как-то так. Ну что ж. Так, ну рассказывай. На самом деле все просто, да? Близится летний сезон. Ну, это понятно. Собственно, выезжать нам на огороды. Да. Можно на русский юг, либо, например, вот очень хорошая альтернатива, которую как раз предложили чиновники из Костромы. Они отдыхать там надумали. Это отпускозамещение, назовем это так. Ну, а в целом, почему бы и нет? Посадил себе газончик, как я это сделал, например, у себя на даче. Все под солнышком пришел, позагорал, отдохнул, еще и поработал. Это же между делом картошечку прорыхлил. Собрал колорадских жучков, а? Морковочку прополол. Огурчик с грядочки. Борозду апельчиком засыпал. И все, а и снова у кого лег. Еще есть скотинка, это же еще контактный зоопарк. Потрясающе. В том числе. Ребята, не надо тратить время на билеты вот на эти на плацкарты до российского юга. Трястись там. Да. Все понятно. Тут курорты есть. Костромского края. Как вам? Лучший слоган, мне кажется. Да. Костромской области. Ладно, давай дальше. Ну что ж, последний заголовочек, я бы сказал, на злобу дня. Итак, сразу, я думаю, вместе со мной даже пропоете, я бы так это назвал. Стало известно, когда астраханцы останутся без 2 мясных котлет-гриль, специального соуса, сыра, огурцы почему-то пропустили салат, лука, все на булочке с кунжутом. Они забыли эту песню просто. Вот да, видимо, все. Не очень внимательно, ребята. Только так уже никогда. Пау! Ну а что делать, ребят? Ну что, не переживем мы, что ли, без хорошо, гамбургеров? Хорошо, что с юмором подходим, на самом деле. Мы сами можем сделать. Вам же рецепт дан. В целом? 2 мясные котлеты гриль, пожалуйста. Да. Можно одну. Специальный соус, ну сделайте свой какой-то. Ну, просто сыр. Смешайте китченес. 2. Китченес. Китченес, да. Майонез и обычный соус. Видишь, салат даже не надо, оказывается.
Как оказалось, да. Оказалось, не надо. Остальное все на огороде, друзья, есть. А если у вас есть скотина, то можно сделать и сыр. В целом. Сбил молочко. Просто у нас сегодня универсальные какие-то советы с вами. Кстати, Алексей, мы тебе еще кое-что хотим подсказать. Так, если вдруг сегодня вечер у тебя свободен, то в 19.00 ты можешь отправиться, кстати, в галерею Прогресса. Понятно. Там, между прочим, лондонский фестиваль анимации 2022. Поэтому, если ты обожаешь, собственно говоря, смотреть, да, вот эти фильмы, особенно фестивальные, которые, между прочим, можно увидеть только в определенных местах, например, таких как галерея Прогресса, вот, то вы можете посмотреть их вот так же, как и люди из России. Да, так что, Лёшенька, ноги в руки и в галерею Прогресс. 9 короткометражных анимационных фильмов, выполненных художниками-аниматорами из Европы и Азии. Поэтому, друзья, если вы хотите посмотреть анимацию или на Лёшу Власова, то сегодня в галерею Прогресс обязательно приходите. Да, ну что, Лёш, спасибо большое. Спасибо вам. Так, хотя у нас для тебя есть вопрос. Сам, какое бы ты необычное имя выбрал для ребенка? Ну вот смотрите, я... Так уж вышло, не знаю почему, я решил, что первой у меня родится дочка. Так. Угу. Я решил назвать ее Варвара. Прекрасно. Варвара Власова. Варвара Алексеевна, да. Что нам ответил Алексей, мы только что услышали, а вот что ему отвечали жители нашего города, которых он поймал на улице, мы узнаем прямо сейчас. Необычные имена детей. Друзья, всем доброго вечера. Какой же сегодня чудесный день. А еще сегодня день невероятных детей. Поэтому мы выходим на улицы нашего города и спрашиваем у кировчан, какое самое необычное имя можно дать ребенку. Розалина какая-нибудь. С чем связан такой выбор? Не знаю, с фильмов каких-нибудь. Да необычное любое можно дать. Ну, например, давайте парочку можно. Ну, не знаю, какое там. Ну, вот смотрю на дом. Домовина, например, можно сказать. Наверное, ну, вообще. Самое необычное имя для ребенка? Необычное? Да. Я люблю русские имена. Давайте парочку примеров хотя бы, чтобы мы понимали. Я люблю имя Андрей, так зовут моего сына, и Владимир, так зовут моего мужа. Ну, у нас необычное имя у ребенка Захар. Вот мы хотели, так и назвали. А почему решили так назвать ребенка? Ну, старинное, мы долго очень думали, имя. Спорили, и две недели не могли назвать. Какие еще варианты были? Был Вячеслав. Вячеслав был. Был этот Ярослав был, Святослав был, но назвали Захаром. Вот по русскому имени назвали, да. Евгений. Почему? А вот что для девочки, что для мальчика? Часто, когда приезжаешь в другой город и слышишь имена необычные для себя, это в другой стране, например, в Молдавии. Доина. Для меня это имя необычное. Я бы не назвала бы так свою дочь. Или Радика. Для меня тоже такое имя необычное. Я бы тоже так не назвала, но у меня сестры их так зовут в Молдавии. Так. Елисей, я не знаю. Ну, необычное там, например, название каких-нибудь городов или каких-нибудь животных. Вот это необычно. А больше-то что сказать? Но самое любимое у меня имя Наташа. Почему? С чем связано любовь? Потому что у меня дочь Наташа. Иннокентий, что-нибудь такое. Почему такой выбор? Не знаю, первое, которое пришло в голову. И забыла. Почему именно такой выбор? Не знаю, просто. Пришло просто на ум. Друзья, подходите к этому вопросу с умом, потому что ребенку с этим именем еще жить. С вами был Алексей Власов. Хорошего вечера. Ну, а мы продолжаем, друзья, между взяли прочим. На вооружение. Сейчас имен о необычных будет еще больше. Почему? Потому что мы переходим к чтению ваших ответов на наш вопрос. Самые необычные имена. Напоминаю, что за вашу активность, за ваши комментарии мы сегодня дарим подарки. Во-первых, 2 сертификата в магазин посуды. А, не один, 2. Это уже, как говорится, дорогого стоит. Ну, а также 2 билетика на КВН. У нас сегодня все по 2. 2 билета на КВН, который состоится завтра в филармонии в 18.00. Музыкальный кубок города Кирова. Будет классно, будет весело, будет смешно.
Поехали читать. Но еще и программа наша волшебная, поэтому подарков может быть больше и больше. Смотрите. Главное, что их не будет меньше, это 100%. Ну что, группа ВКонтакте «Девятка Тавакиров» открываем, читаем. Максим Хакимов. Приходилось слышать разные имена. Как лодку назовешь, так она и поплывет. Хотя сейчас в современном мире многие по истечению времени и фамилии меняют. Так что Евлампий мне нравится. Как вы лодку назовете? Хватит сравнивать детей с предметами передвижения. Филипп Игнатов. Есть у меня один товарищ с именем Бата Жаргал. Вот. У меня одноклассник был Абыхбек Абдвахитович. Здорово, что ты запомнил. Атымбаев Бахытбек Абдвахитович. Боря. Оксана Усова. Добрый вечер. У меня сына зовут Владлен, что сокращенное от Владимир Ленин. Сын уже вырос, а я до сих пор не могу не то что любопытным людям, а сама себе ответить, почему я его так назвала. Ну, были времена, видишь. Сергей Герасимов, как вам имена Демьян и Иоланта? Вот Демьянов я знаю много. Ни одной Иоланты, к сожалению, я не встречал. А я знаю Иолант как раз. Мы с супругой так назвали своих детей. Здорово, красиво. Демьян имена. И Иоланта. Да. А кто пишет нам? Сергей пишет нам. Герасимов. Иоланта Герасимова. Яна Торбеева. Добрый вечер. В наш век. Век суперсовершенствований. Век идей. Никого уже не удивишь необычным именем. Кто во что горазд. Порой поражаешься размаху фантазии, какое имя могут придумать. И вот, дав обычное исконно русское имя, такое как Люда, Надя, Люба, удивишь. Далее. Как очень, я сегодня и говорил. Очень даже добрый день. Очень. Именно день. Опять день. Наконец-то на улице светло, пишет нам Татьяна Зыкина. Это уже постоянное наше приветствие. Смотрите, девятая студия – это вечернее шоу. То бишь с 17:00 начинается вечер. У Максима. Когда родилась старшая дочь, пишет нам Татьяна, хотели назвать Святцем. Нам выпало Данута. Данута, на секундочку. Закрыли Святцы и назвали Настей. Вот так. Дальше. Егор Полярный. Добрый вечер. В жизни встречались разные интересные имена, как женские, так и мужские. Но, на мой взгляд, самое интересное имя было Бармен. Так вот. Бармен? Бармен. Ну, сразу понятно, кем будет работать в будущем ребенок. Очень смешно, если он будет работать барменом. Я бармен-бармен. Андрей Романов. У меня зовут дочку Алиса. Жене намекаю, стоило бы еще завести Олесю. И петь Олеся, Олеся, Олеся. Алиса и Олеся. Здорово. Красавец Олеся. Марина Погодина, добрый вечер. Для меня мои дети абсолютно невероятные, с красивыми именами. Регина и Родион. А внучку назвали Арина Родионовна, как у Пушкина няня. Ох как. Она подгадывала. Скоро они сейчас будут... Смотри, Арина Родионовна, а у нее отчество... Кто-нибудь фамилию помнит? Она должна мужа себе найти с такой фамилией, как было у няни Пушкина. И вообще все сойдется. Яна Козулина, мой дедушка Сергей Лен, потому что его родители звали Сергей и Лена. Это что, чтобы не забыть имя жены? А как тебя? Так, Сергей Лен, подскажи. А, уже не надо, Лен! Между прочим, раньше почему так называли? Прадед уходил на фронт и в память о себе, если не вернется. А он вернулся, и поэтому дальше были Алик и Людмила. Вот так. Видишь, какая история. Оказывается, мы вот не знали. Крошка Мур, добрый вечерок. Из самых необычных слышала Раструб. Не знаю, родители, видимо, решили, что рубль всегда в рост шел. Вот так вот. Роструб. Роструб? Роструб. А, Нина Дрябина. Слышала, девочку назвали Россия. Подожди, Роструб, а может быть, это российская труба? Может быть и так. Далее, Татьяна Зыкина. Не думаю, что Максима кто-то переплюнет. Он в одном из эфиров признался, что девочку назвал бы Данил. Пам-пам. Данила, я говорил. Я хочу сына назвать Данил. Вот. Меня тогда спросили, а дочек? Все равно Данил. Вот тебя Данила. Тебя цитируют, Максим. Это приятно. Михаил Глазков. Добрый вечер. Мне очень нравятся имена с удвоенными согласными буквами. Понимаешь, как глубоко копают наши зрители? Например, Геннадий. Филипп, Савва, Иннокентий, Геннадий, ну и Михаил тоже неплохое, пусть и обычное. С двумя «х». Михаил. Филипп Игнатов. Есть у меня один... Это мы уже читали. Просто еще раз написал человек. Нина Дрямина. Когда была в Казахстане, мальчика звали Канат. Вот так вот. Канат. Лезь на канат. Особенно если его, за него боролись бы две девчонки, взяли бы за руки, начали тянуть себе, это было бы перетягивание каната. Канат, да. Ирина Тетенькина, добрый вечер. Знакомый, дочку зовут Аэлита. Аэлита? Аэлита.
Ай-яй-яй-яй, Элита! Валерия Захарова. Самое необычное имя – это то, которое предлагают бабушки и дедушки обычно. Кстати, тоже можете написать, как вас, возможно, хотели назвать. Это тоже очень интересно, да, вот, может быть, было какое-то необычное имя. Меня, например, хотели назвать Таня. Вот могла бы я не быть знаю. Таней. Мам, пап, бабушка, если вы смотрите, как меня хотели в детстве назвать, напишите мне. Максим просто сказал, да я Максим, ну, я серьезно, все. Максим вроде и все, как бы. Екатерина Чикишева. Добрый вечерочек. Мне очень нравится имя Таисия. А как вам? Оцените, пожалуйста. А нам тоже нравится Таисия. Давай имя. Ну, хорошая. Ирина Тетенькина. У мужа знакомый Авенир. Авенир? Авенир. Как тебя зовут? Дорогой, как тебя зовут? Авенир. Авенир. Нет, он пришел в зубы и говорит. Все сделали? Авениры? Авениру, авениры поставили. А где мой авенир? Авенир где? Марина Сунцова. Родилась 1 мая. До сих пор родителей благодарю, что не назвали меня. Ну, да сами знаете. 1 мая, да, сокращенно. Брата зовут Данил. В моем детстве это было очень редкое имя. Ходила поговорка, что не рожа, то Сережа. Сейчас, наверное, наоборот. Встречала мальчика с именем Ангел. О, как красиво. А своих детей... Ангел Олегович, да? Ангел Олегович Сунцов, например. Ангел, да? Олегович Сунцов, почему бы и нет? А своих детей назвала Илья, Любава, Елисей, Пелагея и Агния. Назвали бы говорит... или назвали уже? Назвали. Вот детей. Вот. Назвали бы. А, назвали народ бы. Народ говорит, что это редкие имена, вот так вот. Я тебе повторю, Илья, Любава, Елисей, Пелагея и Агния. Народ говорит, а если народ говорит, надо слушать. Это точно. Есть еще у нас тут... Так, вот, например, Елена Качер как-то раз познакомилась с очень шустрой девочкой по имени Пеппи. Казалось бы, книжное имя, но оно оказалось сложнее. Пеппи — это было сокращение. На школьной тетради было написано ее полное имя — Перпетуа. Родители ее назвали вечным двигателем на латыни. Греки? Красиво, красивая история. Перпетуа. Перпетуа. А далее у нас тут еще есть... Перпетуа, винограда мне. Наталья Попова. У меня есть друг, его зовут Бенициан Аронович Каплан. В детстве звали Бенчик. Беня. И есть еще вот Александр Бушмакин, самое необычное имя, которое встречал, Олимпиада. Она, собственно говоря, 88-го года? Не знаю, нет. Вот. И еще тут есть Вторина Никулина, пишет, когда я была беременна, друзья предлагали интересные варианты имен для детей. Если мальчик, Никола Никулин, а если девочка, Акулина Никулина. Мы не воспользовались Акулина, советом, Никулина. Наверное, к лучшему. Не, ну правильно, Акулина Никулина. Красиво, кстати. Акулина Никулина. Красиво, красиво. Ирина Тетенькина еще написала, что училась с Венерой. Вот так вот. Кстати, я еще одно имя интересно вспомнил. У нас в лагере старшей вожатой была Резида Гальдубфартовна. Ой, какие у тебя имена интересные, красивые. Ну что, друзья, самое время узнать, а как же будут звать нашу сегодняшнюю гостью. Самое внимательное, наверняка уже увидели пост-анонс. Ну а если нет или забыли, то прямо сейчас стоит познакомиться. Смотрите и, собственно говоря, ожидайте нашу гостью в прямом эфире. Дамы и господа, встречайте, сегодня в гостях у 9-й студии режиссер театра, преподаватель театральных дисциплин Людмила Любимова. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашей гостье. А вот и она. Доброго вечера, Людмила. Привет. Всем. Как дела, как настроение? Дела лучше всех, настроение отличное. И несмотря на то, что у меня простое достаточно имя, древнерусское, да, вот мои дочери названы так. Уже чуть поинтереснее. Но старшая Рая в честь моей мамы, а младшая в честь бабушки Евдокия. То есть вот. Рая не Раиса, а именно Рая? Именно Рая, да. Ой, я очень... отвоевала это право в ЗАГСе, когда не хотела женщина записывать, и говорила, как это, ну, Раиса же должно быть. Я говорю, ну, вот хочу Рая. Пишите первые три буквы, а потом я просто выдерну. Да, поэтому Рая осталась Раей.
А Дуняша — это Евдокия. Это круто. А как ее сокращенно Евдокию называете? Дуняша? Дуня. Дуня? Да, Дуня, Дуся некоторые зовут, и Дунечка, да. Вот. Вот так, друзья. У творческих людей имена детей тоже очень творческие. Да. Ну что, как раз на этой неделе отмечается классный праздник. Это День театров для молодежи и детей. Я знаю, что вы как раз развиваете творческие таланты среди наших деток и молодых людей. Расскажите, пожалуйста, как вам... Режиссер, руководитель? Да. Как пришла такая идея вообще создать? Это было в далеком 2004 году. Когда я закончила только еще институт, и как раз тем летом я в лагере КВН была. В мою сторону. Да, и вела там театральный кружок. И дети, которые у меня там занимались после окончания лагеря, не захотели, чтобы это все прекращалось, сказали: «О, мы хотим еще снова дальше». И вот и тогда при Дворце молодежи заведовал им Дмитрий Григорьевич Буханс на тот момент. Нам там дали комнатушечку, и мы там с ними занимались. Вот. И тогда уже мне это очень сильно понравилось дело. Но тогда я очень плотно занималась КВН и уехала еще спустя какое-то время уже там в Пермь, в Москву и так далее, покорять там большие города. А это немножко так все на том остановилось. Но я всегда хотела очень, чтобы это было мое такое вот основное дело. И, недолго ожидаючи, пришла к этому, да, вновь, уже в 2017 году. Началось все с группочки детей, а потом их становилось все больше, 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 больше. И вот сейчас уже у меня огромнейший коллектив от 4 до бесконечности. И куча спектаклей и так далее. Сколько спектаклей в год вы даете? Вот в этом году мы вообще замахнулись, ну, конечно. У нас 3 взрослых спектакля в этом году и 3 детских. Но это первый раз такой производительный год. И вот не знаю, доживу ли я до его конца. Доживем. Но как раз у нас сейчас весна, вот премьеры пошли. И вот билетов практически нет. Но вот сегодня еще есть пара пригласительных мест для тех, кто будут задавать интересные вопросы. Mm-hmm. А вообще почти все места у нас уже ангажированы. А что за спектакль? Ну, сейчас пока идут взрослые спектакли. У нас вот который мы сделали в 2020 году спектакль по мотивам по Бергману. «Седьмая печать», если вдруг кто-то знаком с его творчеством. Там у нас рыцарь возвращается из крестового похода, 13 век, Швеция, на секундочку, и чума. Когда я задумала этот спектакль, я еще знать не знала ничего о новом нашем с вами явлении коронавирус. Но таким образом как-то я очень попала случайно в яблочко. Он актуален как никогда, конечно. Да, 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 да. Там как раз вопрос такой основной, как бы, как вот жить-то, как быть-то, когда чума-то, как бы, бояться, бежать или радоваться и продолжать как-то. Вот. Вот второй спектакль у нас более современный. Там тоже поднимаются очень серьезные вопросы. Он «Кубасику спасибо». Это автор американский... как вам сказать, он такой очень философский, так скажем, спектакль. Вот зрители его сейчас как раз смотрят, и огромное количество отзывов таких, что я прям даже не ожидала, что так тоже он попадет в зрителя. И вот мест нет на него, к сожалению, уже. То есть мы-то на какой спектакль разыграли? Мы вот на тот, который... «Рыцарь» и... Да, про чуму. Ну, еще будет 3 премьеры детских спектаклей у нас в апреле, мае, весной. Вот, можно попасть на детские спектакли, если кто-то с детьми хочет сходить, то там будет выбор. А где показывается? Это все показывается далеко... На Филейке за самолетом да мы находимся. Родина. Ну, мы там, да. Ну, некоторые жалуются, что до нас туда добраться далековато, но если уж доберетесь, то, думаю, того стоит. Конечно. Ну что, друзья, пишите свои вопросы. Группа ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Сегодня Людмила с удовольствием ответит на них. А прямо сейчас у нас есть еще одна, как мы ее называем, тоже некая
актриса. Вот так вот. Ей, как бы, конечно, ваш театр, но да ей поздновато, потому что не молодежь, она далеко. А Виолетта Рудольфовна, резидент по четвергам, которая готовит свою порцию лайф-хуков, как она их называет. Прямо сейчас ловите наш сюжет. Жок, номер раз. Держишь этого жида, да? Я просто его знаю вдоль и поперек, он сейчас опять кивать начнет. Все, приготовились? Поехали. Приехали. Коммернос, якова пока. Что у тебя вообще реакции нет? Многодетный или что? В смысле, ты не понял? Что тебе надо объяснять, что значит реакции многодетности, как это связано? Все, ты держи давай, погнали. Что ты его держишь, как девочка айфон? Вцепись с него, как бабушка в пенсию, понял? Поехали, давай, let's go. Ёшки-матрёшки, Коммернос, я не знаю, гантельки какие-то потягай или что там? Хай-ухай! С вами снова Виолетта Рудольфовна, да, та самая бабка, у которой на шкафу всегда лежит два старых рулона обоев на черный день. Шо, котаны, нет денежек у бабушки спадают, а штаны, да. Именно поэтому по старой доброй традиции, как говорится, не ленись и глянь видосик. Дай заработать мне бабосик. Ну шо, встречай, народ, бабушкин блог. У всех у нас дома есть столовая клеенка. Ладно, ладно, не у всех, а то чувствую, сразу же начали свои комментарии написывать мне. Но давайте взглянем правде в глаза. Рано или поздно вам всем вступит сорокетник. И вот тогда вам захочется зарегистрироваться на одноклассниках, лук начать высаживать. В общем, со временем клееночка начинает трескаться и бледнеть. Прям где-то своего писала. Короче, чтобы этого не случилось, сразу после покупки натрите ее молоком. И она еще долго не состарится. Да. Надо было с дедом лет 40 назад так же поступить. Зара мурке, мила ахе, ая ху мэн, тере лие. Зара мурке, мила ахе. Не забывать пить таблетки. Не забывать. Короче, со многими из нас это случалось, что во время разговора диалог прогрузился не полностью. И тогда появляются вот эти вот... последствия ЕГЭ. И как избавиться от этих зависаний, я вам сейчас расскажу. Возьмите книгу и начните ее читать, делая паузы в самых неочевидных местах. На вершинах окрестных. Гор всадники также. Построили сторожевые. Башни и так называемые орлиные гнезды. И после этого упражнения затыки в диалогах прекратятся. И походу именно этим методом руководствуется YouTube, расставляя рекламу в своих видосиках. Разгадала тайну. Джинсы новые купила. Сразу постирать влупила. Но вдруг цвет у них исчез. Эта милочка... капендос, короче. В общем, если ты хочешь, чтобы джинсы не теряли своей яркости, как вид за окном с наступлением осени, зимы, весны, а в некоторых регионах и лето, да, суровая российская Hello, darkness, my friend. I've come to talk with you again. Короче, если ты не хочешь, чтобы джинсы теряли цвет, сразу после покупки замочи их в соленой воде. А потом каждый раз стирай их шиворот на выворот. И твои джинсы останутся такими же яркими, как... Па-па. Да не знаю я, короче, как жить в Москве. О, наверное. Я ж не знаю, я ж с Глухомани, с Мордора, моя маршрутка сзади. Откуда мне знать? Все, подморгнули и поехали дальше. Жиром капнул на футболку, знать от рук твоих нет толку. Ну или дырявый рот, молодежь меня поймет. Короче, если в вашей ДНК кое-что отсутствует слегка, то мой криворукий френд, слушай бабку. Understand? Короче, если вы жиром капнули на футболку, то не надо паники. Это не последний день. На Титанике. Надо выпить таблетки. Короче, натрите жирное пятно обычным мелом. Тогда оно не впитается и быстро отстирается. Если ухи заболели или может голова, то зови скорее бабку, она поможет на раз-два. Короче, если у вас организовались боли в районе вашего шлемофона, вам поможет сила земли. Размер его должен быть... примерно как толщина большого пальца. Не надо там попку откусывать или слюнявить огурец. Этот метод для боли в других полушариях. Тут нам нужен чеснок. Почисти его и вставь в уши. И со временем этот чесночный AirPods узбагоит твою боль. Да, поменьше мне надо на ночь мемасики заявить. Ну шо, с вами была Виолетта Рудольфовна, ее лайфхуки, да.
Подписывайся на мои социальные сети. Вот они вот здесь, вот, да. Значит, ставь Лукас, бей в колокол. И самое главное, помни, если не будешь смотреть бабушкины лайфхуки, то на Новый год к тебе придет Дед Мороз. И как даст тебе. С вами был Бублак. Всего хорошего. Пока. А Людмила Любимова у нас сегодня в гостях в 9-й студии, прямой эфир. Мы сегодня задаем ей ваши вопросы, сегодня говорим про театр. А Таня Жилина спрашивает, с какими мыслями должен уйти зритель из театра, увидев вашу постановку? Ну, если не получить для себя какие-то готовые ответы на свои вопросы, которые уже стоят перед ним, да, по жизни, то как минимум они должны уйти оттуда с какими-то новыми вопросами. Просто задуматься о том, кто я, как я живу, чего хочу, куда двигаюсь. Вот это моя главная задача. Угу. Ирина Иванова, как вы относитесь к современной театральной режиссуре? Например, что вы думаете о нецензурной лексике в театре? Ну, попросим вас ответить цензурно. Ну, понятно, что у вас еще детский, как бы, но есть и взрослый спектакль. Да, да, конечно. Хочу, чтобы по максимуму было без этого. Стараюсь очень ходить сама на такие постановки и так далее. Вот. Но однажды участвовала у Кати вот, Лучниковой «Я в читке», пьеса нового автора, современного. И там были такие словеца у моей героини. Но, знаете, там было это как-то очень в тему. Иногда бывает. Но вообще, конечно, считаю, что без этого можно обойтись и... Стоит, есть, наверное, к этому стремиться. То есть, в целом, если ругань оправдана, то ее в небольших количествах... Да, если это эстетично, если это такой хороший, вкусный материал в основе своей, да, а не просто какая-то дребедень, то допустимо в маленьких количествах. Петров, слышал? Даша, все понял. Катя Шишкина спрашивает, хотелось ли вам когда-нибудь снять фильм? Думала об этом и участвовала в этом процессе в свое время, как и была ассистентом режиссера и так далее. Но такая специфика интересная в этой сфере. Нужно еще больше сил, еще больше времени. Там очень важна команда. Вот. А я пока такой... волк-одиночка, все было до сих пор. Вот команду нужно, как только я найду команду, думаю, что, возможно, освою и этот вид режиссуры, потому что тоже начинала я с массовых зрелищ, так скажем, режиссер массовых зрелищ, моя первая профессия, затем театральный режиссер, а потом вот поработала немножечко, так скажем, на съемках сериалов и вернулась к театру. Но вот сейчас тоже вижу, что кино — это ниша, огромные которая... возможности. Mm-hmm. Да, огромные возможности. Возможно, и до туда доберусь когда-нибудь. Кто знает, друзья. Яна Тарбеева, а любого ли человека можно научить актерскому мастерству? Конечно, совершенно любого. Концепция моей студии как раз в том, что я не отбираю никаких одаренных там ребят или людей. Я работаю со всеми. Для меня главное, чтобы было желание. Было бы желание, потому что актерское мастерство, оно очень связано с духовным ростом, так скажем, да. То есть, если ты хочешь стать хорошим человеком, у тебя есть шанс стать хорошим актером. И если ты можешь стать хорошим актером, ты наверняка будешь хорошим человеком. Это так взаимосвязано. И вот этот эмоциональный интеллект, о котором сейчас все вот говорят, все его хотят там развивать и в себе, и в своих детях, это ведь и есть это самое актерское мастерство. Это всю жизнь были театральные кружки, где дети вот учились себя... преодолевать в некоторых местах. Открывать, я бы сказала. Вот, свои возможности пробовать, себя позиционировать как-то и так далее. Вот. А это оно и есть. Это самое актерское мастерство. Хорошо, Надя Токарева, есть ли у вас свои уникальные режиссерские фишки? Как добиться от актера того, что нужно именно вам? Ну, конечно, у каждого режиссера есть свой стиль, свои методики, свои наработки, какая-то своя индивидуальная программа, ну, по крайней мере, уже после скольких-то лет работы. У меня это все есть. И раньше я... не торопилась этим делиться.
Все думала, знаете, как в фильме про самое обаятельное и привлекательное. Он там за ластиком так к ней обращается, да, да, да. И та ему говорит, да, на, бери. И рецепт говорит, там, в керосине мочи. А эта тетенька так к ней подходит под названием «Опыт», да, и говорит, ты что, дура? Надо, чтобы только у тебя был этот ластик, он же не придет к тебе больше. Вот, и я тоже так думала, это все мои наработки, ко мне должны за ними приходить, как бы, вот. Но потом я поняла, что нет, надо делиться, надо отдавать, это вот, и теперь я со всех, кто попросит, со всеми делюсь, берите, пользуйтесь, лишь бы в радость. Есть методичка какая-нибудь? Нет, методички нет, нужно приходить. Впитывать. И впитывать, да. Ну, или беседовать. Вас узнали, что вы играли в КВН, вот так вот. Да. Это некий бэкграунд важный был? Конечно, ну, конечно, это школа, это лифт, как про него все любят говорить. Это опыт, это такой этап очень серьезный. Конечно, если бы не было этого этапа, ну, вопрос, где бы и кто бы я была, да, вот, наверняка в этой же самой стезе, наверняка, но когда и где, неизвестно. Но благо путевочка в жизнь была получена, как говорит у нас Дмитрий Буконц. Ну что, друзья, прямо сейчас для вас рецепт полезного десерта, поэтому готовьте вместе с нами, готовьте с удовольствием, сразу после вернемся, будем дарить подарки. Привет, друзья! С вами Юлия Липунова и «Полезные сладости». Сегодня я научу вас, как готовить корзинки с лимонным кремом. А во-первых, нам потребуются формочки для пирожных. У меня вот такие железные розетки, к ним бумажные вкладыши. Они нужны для того, чтобы тесто не прилипало к железу. Можно обойтись и без них, но все-таки так будет гораздо аккуратнее. Для самой корзинки нам потребуется цельнозерновая мука. У меня пшеничная мука. Еще я беру грецкие орехи. Тоже подлежат замене на любые орехи. Это достаточно универсальный рецепт. Складываем все ингредиенты в блендер. Мука, орехи, молоко, сахар и масло и вымешиваем до однородности. Масса готова. Сейчас я покажу, как она выглядит. Должна быть липкой и однородной. Рецепт рассчитан на 6 пирожных, поэтому нам потребуется 6 формочек, куда раскладываем все, что у нас получилось в блендере. Берем корзинку и начинаем лепить. Очень просто. После того, как мы сделаем корзинки, необходимо будет отправить их в духовку на 15 минут для выпекания при 180 градусах. Корзинки запеклись, они хорошо держат форму, очень румяные и достаточно хрустящие. Оставляем их пока форму, сделаем пралине, а потом займемся кремом. Для пралине будем использовать арахисовую пасту, смешивать ее с сиропом топинамбура или с медом. Пропорции 1:1. Размешиваем ложкой, блендер здесь совершенно не нужен. Размешивать достаточно просто и легко. И после этого раскладываем по формочкам первым слоем. Остался самый ответственный момент – это сварить лимонный крем. Но перед тем, как его сварить, необходимо подготовить лимон. Нужно натереть цедру и выжать сок. Натерли цедру, выжимаем лимон. Для рецепта требуется именно целый лимон. Выжимаем весь сок, будет кисленько, но не бойтесь целого лимона. Смешиваем сок и цедру лимона. Добавляем туда сироп топинамбура.
туда же крахмал и размешиваем это все до того момента, пока крахмал полностью не растворится. Сюда же добавляем куркумы, немножко куркумы для цвета, ну и, соответственно, для пользы. И самое главное, нам потребуется молоко, но молоко кокосовое. Ни в коем случае не перепутать его с классическим, иначе весь лимон у нас свернется. Нашу смесь нагреваем до кипения. Очень важно нагреть ее именно до кипения, чтобы крахмал раскрылся. И мешаем до тех пор, пока не начнем густеть. Ну и ждем, пока закипит. Добавляем масло кокоса, остужаем крем и перекладываем в корзинки. Крем готов. Необходимо его украсить. Очень солнечно у нас получились пирожные, и они очень и очень вкусные. Сладкое пралине, кисленький лимонный крем и хрустящая корзинка. Обязательно попробуйте сделать. А я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего вечера и приятного аппетита! Есть у нас еще вопрос для Людмилы Любимовой. Приходилось ли упрашивать способного ребенка заниматься в кружке, спрашивает Нина Дрямина. Так, когда ребенок, я вижу, что его иногда говорю, прикладываю какие-то усилия, но вообще нет, у нас все добровольно, все очень по желанию. Я не занимаюсь дрессировкой, да, детей, вот. Поэтому у нас каждый потихонечку там зреет, кто как может, кто когда готов, кто когда. У нас выход на сцену, например, это только по желанию, только когда сам ребенок туда захотел. И поэтому вот так. Поэтому, друзья... Но ключи все равно только у тебя от дверей входных, да? Если что. Так. За этот вопрос мы решили подарить два билетика как раз на спектакль Нины Дряминой. Вы отправляетесь и посмотрите его, как говорится, таким ограниченным составом, потому что билетов очень мало. 27 числа. Да, в день театра. О, как здорово, вам повезло. Мы расскажем вам, как забрать эти билеты. А также сегодня мы дарим вот эти два сертификатика на покупку посуды. И у нас... туда отправляется Яна Козулина. Яна Козулина, поздравляем вас. Ну, а также, друзья, по-моему, у нас еще... Госпожа Иванова у нас отправляется на КВН, который состоится завтра в 18:00. Ой, здорово, друзья. Будет, кстати, классный музыкальный кубок. Да. Возможно, там мы Людмилу увидим. Да или нет? Возможно. Кто знает, кто знает. Интрига. Интрига. Так что приходите, все увидите. Ну что, друзья, мы сегодня были очень рады вас познакомить. Если вдруг кто-то еще не знает, собственно говоря, нашу гостью, то, пожалуйста, приходите в театр, если у вас есть талантливые дети. Я думаю, что с удовольствием вам все расскажут. В группе ВКонтакте вы получите все ответы на ваши вопросы. Заходите. Ну а мы с вами прощаемся. Максим Кропотов. Алена Милина. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Thank you.